Друзья, у нас появилась детская новиночка Дина Витамина. Это сироп с витаминами и минералами. Это фруктовый микс. Я уже его распечатала. Тут 150 миллилитров. Попробовала. Была закрыта пленочкой, вот такой фольгой, крышечка. И покажу сейчас, какого он цвета. Он такого медового цвета, а вкус у него апельсиновый. Прямо вот, ну я лично ощущаю апельсиновый вкус, очень вкусный. Можно добавлять, если ребятки, детки не хотят с ложечки пить этот сиропчик, то можно его добавлять в кашу, в водичку, в стаканчик, как компотик выпивать. Очень вкусный, нужно по 2 чайные ложечки в день. Состав очень хороший, да, и вот детям от 3 до 6 лет 100% суточные дозировки вот в этом сиропе. От 7 до 10 лет дозировки тоже приемлемая, где-то 67, где-то 70, где-то 80%, и 100 тоже есть. Состав: витамин А, витамин D, витамин Е, витамин С, витамин В1, В2, В12, ниацин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, железо, йод, цинк, вот ну все, что необходимо. У нас есть еще витаминка, там дозировочки поменьше. Тоже состав очень хороший, но там просто дозировки поменьше. А здесь вот прямо от 3 до 6 лет 100% дозировочки. Всем рекомендую, и вкусно. Не содержит сахара. У кого есть детки, обязательно попробуйте вот эту новинку. Ну и другие тоже наши продукты. У нас детская линеечка расширяется в Сибирском здоровье. И мамочки, у кого есть детки, очень довольны нашими продуктами.